Обрушение линий связи, сбои в работе коммунальных служб, нарушение автомобильного сообщения. Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях. Ночью 9 июня в Магадане ожидается сильный дождь. По данным метеорологов, за 12 часов выпадет до 49 миллиметров осадков. По распоряжению мэра Юрия Гришина городские службы перевели в режим повышенной готовности. Дождь пришел в областной центр на несколько дней, распогодится в областном центре к выходным, обещают синоптики.